кися, дел, скажи, в чем твое предназначение? Выбираешь ли свой путь или будешь мишенью? Шаг за шагом нелегко, ABL тебе поможет. Говорим тебе сейчас, ты в команде и тоже. Ты достоин аплодисмента, ставишь цели и ловишь моменты. Вереницею событий мы с тобой, мы словно птицы. Ты достоин аплодисмента, ставишь цели и ловишь моменты. Мы с тобой, мы словно птицы. ABL, ты готов измениться. За победы в новый день мы расскажем тебе, как нужно. ABL, твоя семья, это выбор для лучших. Ты теперь один из нас, и мы тобой гордимся. ABL, это мы, расширяем границы. Ты достоин аплодисмента, ставишь цели. Добрый-добрый день. Как говорится, говорит и показывает Берлин на проводе. Всем доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, как нас видно, как нас слышно? Да, поставьте, пожалуйста, восьмерочки, кто нас видит и кто нас слышит. Плюсики пошли. Замечательно. Восьмерочки, да, видно, что люди нас слушают. Да, благодарю. Давайте, пока мы тут настраиваем технику, напишите свои флажочки, кто из какой страны сегодня присоединился к нам на наш вебинар. Прям напишите, чтобы мы понимали географию, сколько нас... Да, Россия. Олег, Елена, Тимофеева, национальные диктора. Рады приветствовать.
Казахстан, Россия, Беларусь, Канада, Молдова, Молдова, здорово, Испания, Приднестровье, Россия, Таганрог, Германия. Давайте сразу тогда всех поздравим с праздником. Сегодня праздник, да, вера, надежда, любви. Да, поэтому и всех, их матери Софии. Поэтому всех поздравляем с праздником, со всеми праздниками. Пусть в вашем доме всегда будут праздники. Вот, а наша задача сегодня вот прямо вот на крыльях прилетели и должны вам дать столько информации, что вот нас просто распирает от увиденного, да, от того пережитого. И поэтому мы благодарны в первую очередь вам, что вы нашли время, да, и присоединились к очередному вебинару компании EPL. Go! Go, да. И с вами сегодня будут Надежда и Виталий Бертрам, премьер-директора из города Берлина. И мы с вами начинаем. У нас сегодня очень интересная тема. У нас сегодня пост-промоушен нашим мероприятием. Да, и прежде мы хотели бы начать с того, что мы с вами все-таки находимся в сетевом бизнесе. И сетевой бизнес, очень часто люди говорят: ой, не хочу сетевой бизнес, ой, там страшно, ой, там то, ой, там другое. Мы просто за эти 6 лет, что мы находимся в компании EPL, это наша такая вот первая сетевая компания, мы очень благодарны, что все это время нас готовили именно для этой компании, и мы хотим сказать: не бойтесь сетевую компанию, в ней только преимущества, и не бойтесь перемен, потому что наши мечты сбываются только когда мы с вами что-то меняем в нашей жизни. Это основа, я думаю, любого человека, который хочет развиваться. Почему? Потому что когда-то, когда мы ходили в садик, да, мы потом мечтали пойти в школу, а когда закончили уже школу, мечтали пойти, может быть, дальше учиться в институт. То есть мы что-то меняли в своей жизни, и вот эта вот перемена, она, конечно же, дает именно нам рост, развитие и понимание, осознание жизни, осознание все, что нас окружает, и мы понимаем, что мы должны быть с вами именно счастливые, жизнерадостные, да, и мы должны стремиться к благополучию. И поэтому вот сетевой маркетинг – это вот один из инструментов, чтобы люди наконец-то, да, были счастливы. И поэтому этот инструмент просто научиться нужно пользоваться. Да, компания EPL, вот, ну, прямо вот Грааль, как мы говорим, сетевого маркетинга, она в себя прямо собирает все лучшее сетевого маркетинга, все, что есть на рынке. Почему? Потому что мы с вами находимся именно в компании EPL, создателем, который является именно, вот как он всегда говорит, у него по жилам бежит кровь сетевика, да, то есть он пропитан именно идеей сетевого маркетинга, и поэтому это человек, который действительно понимает, да, и знает, куда он идет, да, что он хочет в жизни добиться. Это Сергей Сергеевич Куликов, и мы сегодня затронем многие пазлы, которые он всегда говорит на любых презентациях, да, это именно руководство. Наше руководство, да, менеджмент становится больше, об этом мы тоже с вами поговорим. Это же, конечно, наши любимые продукты. Мы эту тоже тему сегодня затронем. Конечно же, система обучения, вот часть системы обучения, мы сегодня именно проводим вот такие вебинары на компанию, и те люди, которые сегодня не смогли присутствовать, обязательно нас посмотрят в записи. Да, и наш пазл, что касается команды, это, конечно, во главе Сергея Сергеевича. И Сергей Сергеевич в свое время создал эту компанию именно для того, чтобы представить нам наш уникальный продукт. Продукт, которым сегодня пользуется полмира. 74 страны, которые сегодня наслаждаются этим вкусным, быстродействующим, а главное, заканчивающимся продуктом. И возможности. Возможности в том, что наш продукт заканчивается. Естественно, для нас это огромный плюс, потому что люди приходят к нам снова. И мы как предприниматели в прошлом, мы всегда говорим, что мы всегда искали продукт, который заканчивается. Мы всегда искали ту компанию, в которой будет приходить партнер, клиент каждый раз, когда у него заканчивается продукт. И, конечно же, система. Система, по которой мы с вами работаем, это именно и А, и Б, и С, и Д, потому что если нет системы, нет ничего. И самый, наверное, такой вот сегодня пункт, который мы хотели бы затронуть, это мероприятие, потому что из мероприятий складываются, в принципе, все наши пазлы.
И мероприятие – это наши события. События APL – это всегда взрыв эмоций, это множество приятных знакомств, это новые полезные знания, инсайты и мотивация, и вдохновение. Потому что каждый раз, когда мы приезжаем после любого мероприятия, у нас действительно мотивация именно плещет, и мы всегда хотим поделиться этим вдохновением с нашими партнерами, поделиться с каждым и просто докричаться. Ребята, надо быть на каждом мероприятии, потому что мероприятие – это кузня лидеров. Да, часто общаясь с людьми, да, которые уже в сетевом маркетинге и 5, и 10 лет, говорят, да, мы уже были да, в тех странах или в тех странах. Но одно дело быть, да, мы все люди, мы когда-то были в отпусках, может быть, присутствовали в тех или в других странах, а вот быть именно в команде, а быть вот в таком едином порыве, единомышленник, это совершенно другой отдых, да, это общение, это драйв. И поэтому в компании действительно сделаю маленький промоушен на YouTube-канал, да, зайдите, пожалуйста, на главную сайт YouTube-канала компании APL, вы увидите, какое количество, множество просто, количество всех мероприятий, которые, ну, просто это можно часами смотреть, да, вместо информации по телевидению можно часами смотреть мероприятия, которые проводит компания APL. И мы гордимся, конечно, тем, что мы являемся частью компании APL, и мы являемся уже часто, да, гостями всех мероприятий, стараемся присутствовать как можно больше на таких мероприятиях, потому что мероприятия нам дают рост, развитие и понимание. Понимание именно того первого шага, который мы когда-то для себя выбрали. Да, и уже традиция, заложилась такая добрая традиция, что каждый раз в сентябре, уже третий год, проходит форум «Go Moldova». И я думаю, что все партнеры именно с трепетом ждут этого мероприятия, потому что это мероприятие всегда связано с посещением завода. И те партнеры, которые хоть раз посещали «Go Moldova», они всегда говорят, мы хотим еще раз, еще раз и еще раз вернуться в эту дружественную молдавскую страну для того, чтобы именно восполнить вот это вот гостеприимство, чтобы именно почувствовать этот национальный колорит, именно насыщенное продуктивное общение, дружеские встречи с партнерами, потому что при сегодняшней ситуации мы очень рады, что мы можем куда-то приехать, где-то встретиться, и это можно только сделать на каких-то форумах, и это всегда и с пользой, и повидать наших партнеров или лидеров, которых не видел долгое время. Главное увидеть их сияющие лица, потому что действительно сияющие глаза. Потому что действительно видно, что люди приезжают на такие мероприятия, то есть они именно ждут. Они делали что-то больше, чтобы попасть на мероприятие. Они когда-то приняли решение. Да, и потом они сами гордятся самим собой за то, что они сделали этот шаг и приехали все-таки и провели вот эти вот дни вместе с компанией APL, вместе с лидерами компании APL. Вот что мы всегда говорим, а потом приходит только через время, а потом приходит осознание. Да, и в следующий раз уже хочется уже приехать на такие мероприятия уже со своей командой, да, то есть им показать, чтобы другие люди увидели эту возможность, да, и я вот знаю, что уже сейчас нам на наших инсайтах, да, пишут, да, что «Имам, я мечтаю побывать на заводе». Так вот, я хотел бы обратиться сейчас абсолютно всем по ту сторону экрана, да, и сказать, что у вас эта мечта, она может осуществиться, только нужно себе поставить именно цель. Почему? Потому что нужно прямо прописать «хочу быть по зову сердца», да, на заводе компании APL. Поэтому зов сердца, он должен вас именно привести, и вы обязательно в следующий раз попадете на завод. Мы уже на заводе были не раз, да, и всегда любим наблюдать, да, на самом деле, как бьется сердце у людей, да, то есть как переполняет эмоции, волнение, да, когда вот действительно открывается занавес, и когда люди могут вот своими глазами, руками потрогать, пощупать завод, потому что часто говорят, а где завод находится, а мы не верим, что у вас завод есть, а теперь все больше мы уже тысяч наших партнеров уже могут сказать, что они воочию видели именно производство компании APL. Это наша база, это сила компании APL, собственное производство именно продукции компании APL.
Да, мы с Виталием уже посетили четвертый раз наше производство, и я хочу сказать, что каждый раз это с таким трепетом, это всегда с таким сердцебиением. И самое интересное, что очень приятно было наблюдать за нашими партнерами, которые были впервые на этом производстве. Мы думали, что у нас только вот такое идет сердцебиение, но они просто, у кого-то текли слезы, кто-то просто вот там, я не знаю, стоял, очень волнительно смотрел, кто-то прям вот с такой вот улыбкой, с замиранием сердца, но то есть это было очень-очень приятно наблюдать. И у нас в этот раз на посещении завода были 4 группы. Я думаю, что каждый раз это будет все больше и больше и больше. И, конечно, было приятно, что мы были в команде посещения с нашим премьер-директором, с нашим наставником, с Ларисой Гуковой. Наталья Гайдарева с нами была в команде, национальный директор Татьяна Янс и много-много других партнеров, которых мы были рады видеть. Поэтому делайте все возможное, чтобы быть на этом производстве, потому что мы все люди, всегда хочется подтверждения того, что мы в правильном месте, что этот завод стоит, как Виталий уже сказал, и что там действительно бьется сердце компании. Да, и главное именно гостеприимство, да, Молдавия, вот как вы видите, да, именно хлеб с солью, да, это действительно угощение, которое вот, тавины, да, это действительно вот дорогого стоит, и да, те, кто не бывал еще, то вот рекомендуем, да, именно вот сделать все возможное, чтобы там побывать. Чтобы попасть вот на слайды даже компании, когда-то вы пользуетесь вот этими всеми фотографиями, знаете, как в детский альбом, когда пролистываешь, вспоминаешь, вот где был, с кем был, и тогда вот нахлынут какие-то воспоминания всегда, и это опять воспоминания приводит вас опять в движение что-то делать, да, то есть двигаться дальше. Поэтому Надежда уже сказала, групп было, становится все больше и больше, уже 4 смены, этапы, я даже не знаю, как это сказать, да, то есть на всех все хватает, и самое главное, в нашей презентации вы будете часто слышать вот такую вот параллель, это именно подарки, 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 подарки. И мы хотели бы еще раз поблагодарить руководство компании, да, и руководство предприятия за то, что каждому участнику, кто побывал на заводе, вручили, подарили новый продукт, прямо вот свежий, как свежеиспеченный хлеб, да, выдавали продукт, новый продукт Air. Да, и что очень, очень приятно наблюдать, что наши границы расширяются, что в этот раз были партнеры из Вьетнама, из Румынии, из Молдавии. Ну, Молдавия-то это понятно, да, из Украины. То есть очень много людей, которые приехали для того, чтобы посмотреть на наше производство. И то, что нам подарили Air, это, конечно, дорогого стоит. Мы были, в принципе, одни из первых, которые с пылу, с жару попробовали этот новый продукт. И мы можем сказать, да, он действительно действует. Здесь и сейчас, как здесь обычно сейчас заявляет компания, да, что наши продукты действуют здесь и сейчас. Конечно, это, как мы уже сказали, да, это всегда волнительно, когда вот включается именно вот музыка, и, да, и когда открывается занавес, и вот действительно у многих восхищение, у многих радость, да, у кого-то бегут слезы, потому что это действительно волнительно и радостно именно присутствовать на мероприятии. Да, в этот раз у нас немножко другого формата было посещение завода, потому что не было нашего Сергея Сергеевича, но руководство завода взяли все в свои руки, и все прошло просто на высшем уровне, и мы очень счастливы и благодарны им за это. В принципе, как всегда, да. Я еще не видел ни одно мероприятие, которое в конечном итоге, да, не оставило свой позитивный след в общении, в рассказе, потом впечатлениях, да, людей. И не исключение в этот раз было именно посещение молдавского гостеприимства, да, именно предприятие, которое уже является таким историческим, традицией, да, это, конечно, винные подвалы Крикова, да, и в этот раз мы тоже опять получили вот такой подарок от компании. От компании, да, посетить завод Крикова и окунуться, может быть, в историю, да, вот мы всегда, я сравниваю такую параллель, да, говоря о предприятии компании PL, и уверен просто, что предприятие в Молдове, да, когда-нибудь со временем будет говорить о том, что это когда-то было первое производство аккумулированное дрожжей компании PL, именно в Молдавии, то есть это уже история, которую мы с вами пишем,
также когда-то писали свою историю именно подвала Крикова, да, и сегодня это известные места, куда каждый хочет попасть, и те, которые бывают в Молдавии, обязательно посещают эти мероприятия. Мало того, все большие гости страны, да, президент, известные люди, да, посещают мероприятия. Вот здесь вы видите, да, именно вот такой для нас был накрыт большой зал, да, президентском зале. Да, в президентском зале был накрыт шикарнейший стол. У нас шла постоянная дегустация, шампанское, вина, коньяки. То есть и постоянно сменялись одни закуски другими. Но это, конечно, очень-очень здорово. И это, конечно, очень приятно. И как мы уже говорили, что мы сидели все вместе. Абсолютно разные команды, абсолютно с разных стран. Мы сидели как одна большая семья. Это было очень приятно. И, конечно, хотелось сказать, что мы очень были рады видеть нашего золотого амбассадора Евгению Новику. Мы уже все соскучились по этой хрупкой, но очень сильной женщине. И, конечно, нас очень сильно удивили партнеры из Вьетнама, насколько они простые, насколько они классные, драйвовые. Видно было, что им очень хотелось с нами со всеми пообщаться, но, к сожалению, мы не знаем английского языка, но мы в любом случае находили общий язык через переводчика, какие-то эмоции. Я думаю, что они тоже очень много эмоций увезли именно в свою страну, и они просто зарядились, опять же, и нашим позитивом от всех партнеров компании PL, да, и увезли это домой. За круглым столом, да, да. Мы себе мечтали о том, следующей квалификации, и это же прекрасно, когда можно рядом побывать с Gold Амбассадором, да, вот поговорить, да, вот на простые повседневные темы, да, это прикоснуться к легенде сетевого маркетинга, поэтому всем новичкам желаем и рекомендуем именно быть на этих мероприятиях, общаться с лидерами, да, впитывать их знания, впитывать историю, да, и потому что они прошли свой этап развития, да, они делятся своей историей для того, чтобы мы с вами могли сделать больше. Да, и хотелось вот сказать, да, вот такой философский вопрос был, да, что такое вино, да, это напиток богов, да, то есть это целый букет ароматов, да, и мы говорим, вот знаете, вот такую параллель с продуктами компании PL. Вот что такое аккумулированные дрожжи компании PL? Вот этот вопрос, я думаю, на века люди будут всегда задавать, и поэтому мы с вами имеем в руках историю, да, мы имеем продукт, аналога которого в мире нет. Да, мы благодарим Сергея Сергеевича, опять же, возможность вот общения с лидерами других стран, да, вот за прекрасный ужин, который нам предоставлен был. Мы общались, мы делились впечатлениями, да, мы улыбались, мы радовались, да, мы, и мы были вместе, и плюс, как мы опять говорили, параллель такую, да, и в конце еще получили нас вот подарки, такой... подарили, как всегда, да, это очень здорово. А еще хотелось бы поблагодарить Влада Ройбу и Аллу Курочкину за то, что они делали перевод. Представляете, насколько команда многонациональная, и пришлось переводить. То есть наши друзья из Вьетнама говорили на английском, Влад переводил на румынский, с румынского Алина переводила, вернее, Алла переводила нам уже на русский язык. Представляете, как здорово. То есть, если бы не было этих двух партнеров, ну, наверное, вообще не было бы той речи. И речь была действительно очень такая вот дружественная. Они сказали, что не имея сегодня ни сертификации, не имея сегодня даже в наличии продукта, они работают, делают большие товарообороты и несут в массы наш продукт и наш бизнес. Это очень-очень здорово. Еще хочу Аллу Курочкину поблагодарить. В принципе, наше путешествие началось именно с нее, потому что она нас встречала в аэропорту, она нас встретила, довезла до места назначения. И, вы знаете, мы за время, пока ехали, вот настолько разговаривали, что даже не хотелось прощаться. Она говорит, все, теперь дальше сами. Да? Нам хотелось продолжить это общение. Поэтому очень благодарим Аллу за то, что вот она встречала всех лидеров. И, естественно, это очень-очень большой труд.
Да, я думаю, мы все в любом случае, даже несмотря на языки, мы друг друга понимаем, Конечно. потому что мы говорим на языке сетевого маркетинга. Да что могут сказать партнеры? Они, На конечно, языке APL. KPL, да, они что могут сказать? Конечно, они могут пожелать больших команд, больших чеков, международное открытие стран, континентов, да, и это чувствуется, чувствуется именно. Это прямо ощущение было даже с того момента, как первый только сказали, что будет проводиться форум в Молдавии, да, и организовывать его именно структура Лилиана Крючкевич и вся команда. Мы видели, как с каким трепетом, да, с волнением и с ответственностью взялись за организацию этого мероприятия. Даже не доходя еще до мероприятия, мы знали, что это будет все на высшем уровне, потому что посмотрите, какие ролики они готовили. Они даже наряды все, в которых они были, они шили для каждого ролика. Это было настолько классно. Вы, наверное, видели, как Лилиана заходит в одном наряде, выходит в другом наряде. Это все было в цвете бьюти. Поэтому они назвали форум свой «Красота спасет мир». Это было настолько здорово. И я хочу сказать, что это огромный труд, который они проделали. И огромнейшая, огромнейшая благодарность семейной паре Лилиане Крючкевич и Лилиану Паре, потому что они действительно вкладывают каждый раз не только свою душу, они вкладывают абсолютно все, что у них есть, и делают это на таком высоком уровне, что просто вот планка поднята настолько, что если, например, кто-то будет организовывать форум, вы прямо вот позвоните Лилиане, скажите: «Лилиана, что нужно еще учесть?» Потому что каждая деталь, начиная с пригласительных билетов, начиная со всех роликов, начиная со всего дресс-кода, это было настолько продумано, настолько тщательно, настолько с душой, что можно просто у них поучиться. И проводя такую параллель, всегда видно, да, именно вот тончайший, тончайший вкус дизайна, да, и мы догадываемся, наверное, кто принимал участие, да, может быть, в организации, но действительно это просто высший пилотаж. Мы можем сказать, вот посещая многие мероприятия, да, не все проходят в компании именно на действительно достойном уровне, но сама атмосфера вот именно зала, то есть вот богатство, да, роскоши, живая музыка, да, это нету столпотворения, да, люди, которые приезжали, все могли подойти, получить по своим билетам, могли получить армбанд, Браслетики. браслетики, браслетики, и чувствовалась вот эта атмосфера, да, то есть люди собирались, радовались, обнимались, да, тут же очень много разных фотозон, где люди, вот вы можете столько, столько впечатлений, столько фотографий, даже я же говорю, вот просто пролистывая, можно увидеть, какой масштаб, какое вот чувствуется даже, да, именно вот культура, как мы говорим, вот мы хотим, чтобы, да, именно привить культуру употребления продукта, вот, и вот такими мероприятиями, да, мы хотим привить культуру общения партнеров компании PL. Да, и, конечно, каждый получил, опять же, свой долгожданный подарочек. Вот что мы хотим еще подчеркнуть, что в компании PL нас просто задаривают. Пришли на завод, получили подарок. Пришли в Криково, получили подарок. Пришли на форум, на каждом стульчике, представляете, на каждом стульчике стоял подарочек. Каждого заметили, каждому оставили вот этот вот кусочек тепла молдавского гостеприимства. И мы сегодня с Виталием еще разговаривали, когда просматривали все эти фото, вот прям он действительно как будто бы какой-то рождественский подарок, как будто мы побывали на рождественском празднике. То есть постоянно тебя одаривают красивые эти фотозоны, и какие все красивые были партнеры. И, конечно, хочется же поблагодарить каждого партнера, который приехал на этот форум, потому что без людей, без партнеров никогда бы не состоялся бы такой шикарный праздник, потому что в любом случае мы все делаем для людей и из-за людей. Да, и вдохновителем всех вот этих вот праздников, вот этих вот 4 дней, которые мы были в Молдове, это, конечно, является наш креативный директор Ольга Владимировна Куликова, которая в свое время создала эту уникальную косметику, и на этом бренде Лилиана сделала очередной форум. То есть она настолько четко подхватила эту идею, и я думаю, что она просто вот прочувствовала, что Ольги Владимировны где-то нам маловато, и она решила именно сделать это в таком вот формате, чтобы люди побольше узнали о красоте, люди, чтобы побольше узнали
о том, что у нас есть такая косметика, что у нас есть такой бренд. И, конечно же, мы были бы очень счастливы, если бы Ольга Владимировна сама была на форуме, но так получилось, что было просто такое сопровождение, видеосопровождение и приветствие. А я думаю, что это именно вот слова благодарности, да, креативному отделу, да, это муза Сергея Сергеевича, да, это, как говорят, хрупкая, за каждым сильным мужчиной стоит, за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина, да, то есть это та женщина, которая вдохновляет. Да, и мы видим, сколько труда, может быть, это за кулисы такое, но мы понимаем, сколько труда, сколько любви, сколько вложено именно в... Как блестят его глаза. Да. Поэтому, конечно, благодаря этой семейной паре, да, мы опять же берем с них пример, это многодетная семья уже, мы... Тоже придем к этому, да, по интервью Сергея Сергеевича Куликова. Еще раз благодарим за предоставленную возможность. И, конечно же, это возможность выступления Ольги Владимировны через запись обращения ко всем партнерам компании EPL. Да, Ольга Владимировна была тем человеком, которая открыла форум, но у нас была... Первый выступающий, это была Наталья Батыряну, которая открыла форум, которая рассказала именно про косметику, с какой любовью она это говорила. Да вообще все спикеры, которые были на форуме, даже при том, при всем, что мы всех уже слышали, даже при том, при всем, что мы уже знаем, о чем человек говорит, какая риторика, ну поверьте, каждый спикер вложил свое какое-то новое мастерство, вложил какие-то новые знания. Это было настолько интересно, даже, например, слушая который раз Аллу Курочкину про продукт, опять же для себя взял что-то новое. Слушая Лилиану который раз, которая говорит про маркетинг-план, про наши бонусы, опять же она это сделала по-другому. И, конечно же, вне конкурса наша Евгения Новикова. Да, у нас, кстати, мы сегодня провели такую параллель, что у нас на сцене было 4 премьер-директора. Представляете, вот ну к чему-то интересному это ведет. Это была Ирина Бороденко, это был наш наставник, премьер-директор Лариса Гукова, это были мы с Виталием, даже 5, и Лилиана Ключкевич. То есть вот к чему-то очень интересному эта сцена зарядила. Да. А я думаю, это просто уже компания, она именно растет не только в количестве людей, да, в количестве наставников уже в больших квалификациях, конечно же, в качестве, да, и поэтому я просто уверен, что спикеры именно подбирались для того, именно те, которые максимально могли бы изменить в умах, может быть, в сердцах тех людей, кто приехал на такие форумы. Да, потому что открывались действительно очень глубинные темы, я бы так сказал бы, раскрыты такие темы, да, это как внутреннее именно состояние, да, души, развитие, да, именно очень много таких вот знаний, где можно просто вот черпать эти знания, да, и использовать их уже на практике. Поэтому спикеры действительно все разные, мы понимаем. Вот в этом как раз и прелесть, я считаю, любого форума, что все спикеры, да, делятся своим видением успеха, и все присутствующие могут для себя взять тот или другой инструмент для достижения своей поставленной цели. Поэтому Надежда сказала, мы благодарны каждым, всем спикерам, мы благодарны всем людям, которые приехали на этот форум, да, и я думаю, каждый из спикеров сделал все максимальное, что мог сделать, чтобы каждый унес частичку знаний для того, чтобы именно, ну, свой бизнес построить и стать успешным. Да, и, конечно, огромнейшая благодарность Лилиане за то, что она доверилась нам, доверилась всем спикерам, которые были на этой сцене, потому что благодаря ее умению создать вот эту атмосферу спикеров, конечно, это очень дорого стоит. Да, да, и мы очень были счастливы, уже говорили, что была с нами Евгения Новикова, потому что Евгения Новикова также внесла в наше развитие, она тоже внесла свой вклад, и мы уже рассказывали эту историю, что в далеком 2017 году, когда мы первый раз попали на мероприятие, и все, вот как всегда, вокруг Жени сидят и спрашивают, вот, Женя, скажи, Женя, расскажи.
И у нас был один единственный вопрос. Женя говорит, что в компании PL есть деньги, можно зарабатывать. Но мы пока этого не увидели, на что она спросила нас. Вы, говорит, маркетинг-план знаете? Мы сказали так себе. Она говорит, вот так себе и будете зарабатывать. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать, те партнеры, которые по какой-то причине еще не разобрались с нашим уникальным, щедро выплачиваемым маркетинг-планом, изучите, потому что эта хрупкая женщина показывает нам на примере, что деньги есть, и она, если кто-то не знает ее историю, зайдите, посмотрите, она именно это показывает на деле. Да, это было благодаря Евгении. Опять же, по примеру Евгении видно, что это действительно лидер с большой буквы. Несмотря на все трудности, да, она прилетела в Молдавию именно поддержать и Лилиану, и поддержать всех абсолютно спикеров, поддержать всех людей. Очень многие хотели с ней сфотографироваться, вот прикоснуться к этой легенде, да, этому миллионеру, который именно создала уже компанию PL, да, то есть первый миллионер, да, компании PL, можно так сказать. И благодаря вот ее истории, да, благодаря ее истории, то есть мы именно показываем, да, что любой человек, неважно какого возраста, да, неважно кем он когда был, по какой профессии, он именно в сетевом маркетинге, именно может дать себе время и добиться очень высоких, больших результатов. Да, и благодарны каждому, кто был на этом форуме. Здесь у нас мы сделали такой коллаж. Здесь партнеры с разных стран. И Германия, и Украина, и Молдова, и Вьетнам. То есть, понимаете, люди не смотрят, кто с какой страны вместе фотографируется, ищут фотографа, чтобы быстро сделать фотографию. И, конечно же, на каждой паузе были танцы, после каждого спикера были выступающие артисты. Вот представьте, насколько организаторы приготовились, и причем никто никогда не повторялся. Это были всегда новые и новые номера, это были всегда новые и новые какие-то красивые, красивые выступления. Это было очень-очень здорово. Еще раз огромнейшая благодарность всем организаторам. Я знаю, что у Юлианы Крючкевич есть команда, которая вместе с ней идет шаг за шагом и организовывает, и помогает ей во всех этих мероприятиях. Я знаю, что есть Максим Келару, который всегда стоит за кадром, но это партнер, это человек, который всегда помогает и всегда делает очень много закулисной работы. Да, сколько энергии видно даже по фотографиям передается. А посмотрите, какие цвета. Да, вот это просто это фотография передает. А вы представляете, если вживую видеть это все и прочувствовать, да, и вот эти вот как будто такое ощущение, что открываются звезды, да, и все вокруг тебя одни звезды, 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 да, именно с теми людьми, с которыми хочется делать именно будущее, да, и Надежда уже сказала, да, все это проходит в таком в драйве, да, именно вот в танцах, движении, да, вот вечером были накрыты для нас именно вот столы, и очень еще раз хотели сказать Лилиане с Лилиан, С Лилиане, с Лилианом. да, именно. Да, огромнейшая благодарность за этот красивейший банкет. Мы сейчас были на третьем форуме, и я хочу сказать, что с каждым разом планка все поднимается, поднимается. И, конечно, этот банкет был красивейшим, красивейший концерт. Были артисты, нам даже подходили партнеры с Молдавии, говорили, а вот это вот наша знаменитость, а вот это вот знаменитость сравнивается с кем-то артистом. Вот представляете, насколько надо было все это четко подготовить и именно тонко, красиво, великолепно и с таким шиком все это было преподнесено. И еще, конечно, Лилиана вечером. Конечно, я понимаю, что она, может быть, была уставшая, но она подошла к каждому столу со своим супругом. Она поздравила, поблагодарила каждого. Это, конечно, тоже очень-очень здорово и очень дорого стоит. Второй день, я хочу сказать, что зацепил. Я не знаю, кого меня он сильно зацепил, потому А у что... меня есть предложение, да, Да. вот прерву наше вот хотел бы включить вам Маленький ролик. маленький ролик, да, чтобы вы не только через фотографию, а через видео ощутили именно вот прелесть мероприятия, а потом мы с вами вместе вернемся на второй день.
Да, вот такой маленький видео, да, благодаря вот короткому времени. Я еще раз поблагодарить операторов, которые сделали, и мы смогли сегодня именно вот чуть-чуть хотя бы, чтобы хоть чуть-чуть прикоснуться или как вам ролик? Как вам ролик? Да. Напишите девяточки, кому ролик понравился. Вы, в принципе, одни из первых, которые видели этот ролик, и Лилиана очень сильно старалась, чтобы этот ролик сегодня был показан. Поэтому вы практически одни из первых, которые соприкоснулись с этим роликом. Да, благодарю, благодарю. И второй день, конечно, был таким же насыщенным, может быть, даже еще и больше, чем первый день. И это наши спикеры, которые были на втором дне. Я хочу просто начать именно... Поистину международная да. компания, потому что уже на разных языках и переводом. С переводом, да. На румынском языке, да, с нами выступили. Да, и хотела поблагодарить за выступление Алину и Влада Ройбу, потому что эти партнеры вот действительно зажгли, и это было немножко такое вот нестандартное выступление. Обычно вы знаете, что в основном, не в основном, но так в принципе мы знаем из истории, что в основном приходят родители, потом они приглашают своих детей, а здесь совсем другая история. И она действительно затронула до слез, как эти двое, мама с сыном, как они прекрасно выступали, как она показывала на истории, что раньше они стояли спиной друг к другу, сейчас они смотрят в одном направлении и идут и строят этот бизнес, что она начала понимать своего сына. Это, конечно, было очень трогательно, мне очень понравилось их выступление. И, как сказали со сцены, что это второй Сергей Сергеевич Куликов, что он очень похож на нашего Сергея Сергеевича. Конечно, очень, очень впечатлительное было выступление Джона, это премьер-директор из Вьетнама, был со своими партнерами, прилетели в Молдову для того, чтобы увидеть наше производство, для того, чтобы побывать с нами на форуме в Молдавии. Конечно, его выступление вот просто, я думаю, что привело в восторг абсолютно каждого сидящего в этом зале. Он рассказал, как они развивают бизнес, сколько человек у него на первой линии. Конечно, это было очень-очень здорово. И третий выступающий – это Болгария, это Даниэла Каларова. И вот представляете, Вьетнам, Румыния, Болгария, в первый день Германия, Россия, Украина – вот просто вот берет гордость за то, что у нас все больше и больше стран присоединяется, очень как много спикеров на разных языках, и уже приходится действительно делать переводы, и ты понимаешь, какой масштаб компании PL. Конечно, это очень круто. Самое интересное, что глядя на все, что происходит, уже многие хотят в своих странах, да, в регионах делать проводить. Сами, проводить мероприятия. И мы, конечно же, пользуясь случаем, хотели бы обратиться к каждому. Да. Если у вас в регионе 2-3 человека, да, не скупитесь, берите помещение, да, приглашайте людей, организовывайте мероприятия, потому что через мероприятие, конечно же, вы можете вырасти. Через мероприятие вы сможете то есть, привлечь все больше и больше народу в свою именно команду, а потом уже вместе с командами, да, именно вот встречаться. Я даже себе представляю, это большие стадионы, где компания EPL будет праздновать свои следующие триумфы, свои следующие победы в мировом, именно в победа мирового масштаба, да, и это все начинается вот с таких мероприятий, которые сами партнеры организуют. Вот меня часто спрашивают, вы так много путешествуете, ездите, да, да, и мы встречаемся с партнерами, и очень часто приезжают знакомые уже люди, да, и ты понимаешь, что они не могли бы приезжать на такие форумы, если бы они не зарабатывали. Значит, компании, основная масса, основные партнеры, которые могут себе позволить путешествовать, они получают солидные доходы. И вот это хотелось бы всем порекомендовать, что именно приезжая на такие мероприятия, вы проанализируете свои мысли, проанализируете свои действия, да, и благодаря вот таким спикерам, как Надежда уже сказала, Даниэла, да, вот прямо разложить по полке, да, то есть я думаю, на гордость именно структуры Болгарии, да, их количество самое большее было на форуме, мне так показалось. Поэтому рада, что эти люди находят возможность себе пользоваться этими мероприятиями и посещать такие форумы. Да, и пользуясь случаем, здесь у нас Виктория Цесырковская пишет: «Добро пожаловать на форум в Узбекистан 30-31 октября. Все, кто могут, все, кто желает,
Берите билеты, езжайте, потому что на таких мероприятиях всегда вырастают лидеры. Если вы хотите быть лидером, если вы хотите расти в компании PL, тем более те люди, которые находятся в Узбекистане, делайте все возможное, чтобы... Я прямо вижу, что сегодня очень многие примут для себя решение именно поехать на эти мероприятия, да, своим глазами увидеть масштаб развития компании. А мы можем только сказать, буквально недавно, вот говорят, что в стиле Go, да, вот компания развивается в стиле Go, перемещаемся мы в стиле Go, только буквально были недавно в Турции, да, уже проводили мероприятия здесь, в Германии, топ-100, да, проводились уже ББС, провели уже летние академии, вот уже были опять на форуме, и в субботу уже будем встречаться с партнерами здесь, на большом бизнес-семинаре, и в октябре уже планируем двухдневный бизнес-семинар в Германии, поэтому, представляете, вот это будоражит, да, это будоражит, это, вот, можно сказать, движуха, да, она просто радует, да, и когда находишься уже дома, уже вот чувствуешь, что нужно куда-то уже ехать. Два дня на месте, уже надо куда-то ехать. Поэтому мы прекрасно понимаем нашего Сергея Сергеевича Куликова, который мы все с нетерпением, вы даже не представляете, как люди ждали нашего президента на форуме, да. Какой шквал эмоций был, когда он забегал в зал. Это надо было, это в принципе передает фотография, но Сергей Сергеевич — это именно всегда та вишенка на торте, которую ждут абсолютно все. И тот формат общения, который был сейчас представлен в Молдавии, это, конечно, было очень здорово, потому что интервью в стиле Go Александра показала свое мастерство. Конечно, она задавала ему не всегда удобные вопросы, но очень здорово, мне очень понравилось. Я думаю, прием, Сергей Сергеевич, вот если ассоциация такая, это вот как Юрий Алексеевич Гагарин, когда он первый раз побывал в космосе, вот такие возгласки, гордость, да, за нашего президента. И Сергей Сергеевич вот в данном случае, не зная даже про в каком формате будет проводить интервью, но я думаю, он всех затронул именно своей искренностью, да, это именно чувствуется вот постоянство, это честность. Да, и да, для многих люди подходили, да, и говорили, что это действительно тот человек, за которым нужно просто идти, потому что это человек, который вот своей харизмой, да, своими видением, то есть он нас всех ведет к успеху. А главное, что нас всех объединяет, и очень многие партнеры говорили, что именно вот этот формат общения, интервью, именно раскрылся как вот свой, свой, потому что когда идет выступление, буквально 5-10 минут он убегает со сцены, а здесь он, наверное, как он всегда любит говорить, без короны на голове, да, он доступный, самое главное, он доступный, и на таких мероприятиях каждый партнер вот действительно может прикоснуться к нему, да. Именно вот в таком формате общения и даже самому задать ему вопрос. Да, это была фишка такого общения, что каждый партнер из зала мог написать свой вопрос, на что он получил ответ. Вот представляете, президент компании сидит, который за последнее время, я сейчас точно не скажу, но, по-моему, 180 часов он провел в воздухе, тут же прилетел, тут же с нами провел вот это интервью, и, конечно, было очень здорово, поэтому... Будьте на этих мероприятиях. И что еще очень-очень... Мы гордимся тем, что партнер из нашей команды задал вопрос и стал победителем, и увез в Германию целый набор косметики. И Александр... мы опять говорим про подарки. Да, подарки. Александра, поздравляем Телишевского еще раз. Марину Браун — это супружеская пара, имея семейный контракт. Второй раз уже поехали в Молдову. И хочу сказать, что именно на таких мероприятиях... Как раз награда за постоянство, конечно, я думаю. Мало того, эти люди еще нашли партнера в Молдавии, представляете, да? То есть, как мы всегда любим говорить, эти пазлы стали вот прямо сыпаться, даже тонны сыпаться, складываться. Да, и все вопросы, вот тематика, да, раскрыта многообразно. И вот первый вопрос — это был про продукт, да. Много было вопросов именно, что как продукт, как будет развиваться компания, будут ли новые продукты. И мы можем сказать, что будут новые продукты, да, и рады тем, что компания не стоит на месте. И как по привычке Сергей Сергеевич подарил опять продукт. Да, поэтому со сцены вот счастливчики получили продукт уже на пробу.
Да. И познакомил нас еще, были вопросы по поводу новых кантри-менеджеров. Он позвонил в Америку, он через переводчика, через нашу Аню, через секретаря своего пообщался, познакомил нас. И, конечно же, он провел нам мастер-класс прямо на сцене, как нужно подписывать людей. Он вообще был очень сильно удивлен, что в зале были люди, которые еще не являются партнерами, но таковы были. Даже вот Марина, Саша повели своего партнера, но уже немножко не успели. И вот два человека оказались на сцене, которым Сергей Сергеевич легко, просто задал обыкновенные вопросы. И люди сказали: да, мы хотим быть с вами, мы хотим быть здесь, мы хотим принадлежать к семье EPL. И опять подарки. Лилиана Крючкевич получила такое красивое ожерелье от Ольги Владимировны Куликовой. Кстати, Сергею Сергеевичу надо было отгадать, что там находится в этом черном ящике. И Лилиана получила такой подарок. То есть вы, наверное, видите, что подарки, подарки, подарки. Компания EPL очень щедрая. Она очень любит своих партнеров, своих лидеров и всегда одаривает. Мы с нетерпением ждем официального ролика, именно интервью Сергея Сергеевича Куликова. То есть последнее интервью это было 3 года назад, как, если мне В память не Ростове. изменяет, да, и вот в этом формате, может быть, не всегда удобные вопросы, да, но мы получили вот достойные ответы, да, и я думаю, Удовлетворили нас. интригу такую оставлю и всех приглашаю обязательно найдите этот ролик, да, интервью Сергея Сергеевича Куликова, как он только выйдет. Вот это очень сильный инструмент для вас будет, для вашей работы с людьми, да. Только через этот ролик вы можете пригласить в компанию именно людей, которые ищут на сегодняшний день эту возможность. Еще получилось так, что вы помните, что в сентябре, вернее, в августе месяце очень многие партнеры закрывали квалификацию корпоративных директоров. И здесь они получают свои долгожданные награды, свои долгожданные значки. Это, конечно, очень трепетно, когда партнер ждет своего значка, и он ее получает на такой большой сцене, именно в Молдове, там, где бьется сердце компании. И, конечно, Лилиана позаботилась о том, чтобы все партнеры, которые были в зале и не имели своего значка, получили именно вот здесь из рук премьер-директоров. Это, конечно, тоже было очень здорово. Партнеры радовались. Они прошли все через эту главную сцену Молдовы. Я думаю, что они зарядились на дальнейший успех, на дальнейшие квалификации, на дальнейший рост. И я думаю, что теперь эта страна будет их самые-самые любимые, и они будут приезжать туда, чтобы получать новые свои значки, признания, квалификации и так далее. Я, глядя вот на эти фотографии, прямо вот я не знаю, да, вот передаются вот эти сочные краски, да, вот прямо вот чувствуется, да, это радость людей, это ликование, да, это вот как каждый прикоснулся к какому-то, к чему-то вот святому, да, именно вот это вот тепло. Она была абсолютно везде. И пользуясь еще раз случаем, мы всех, абсолютно всех благодарим. И у тех людей, кто нашли время приехать на мероприятие. Те люди, которые, команда Лилиана, которая организовала этот теплый прием. Это всем спикерам, лидерам компании PL, которые нашли возможность, прилетели на этот форум, да, делились своими знаниями. Благодарим Сергея Сергеевича Куликова, который, несмотря на тяжелые вот времена, перелеты, да, нашел себе время и поделился вот частичку своего тепла, да, и мы увидели, что действительно, да, мы в правильном месте, в правильное время, в правильной компании. Компания, которая именно вот ломает все стереотипы, да, компания, которая просто взрывает мозг, да, кто понимает, кто пропитан именно вот этим мероприятием. Потому что есть разные люди, которые приходят, может быть, только на заработки, кто-то приходит, может быть, только на продукт. Но мы хотели бы вот нашей презентации обратить внимание на мероприятие, потому что мероприятие, да, вот именно мероприятие, это как жетоны, которые проваливаются для роста развития. Это именно видение, да, руководство, это видение лидеров, да, это объединяет именно людей, вот эти краски славы, лучи,
азарно вот такой вот щедрости, да, то просто всегда присутствует на этих мероприятиях. И это, конечно же, отражается на росте развития компании PL. И мы можем сказать, вот если компания основана была в 2011 году, вы можете посмотреть, годовой оборот был 2 миллиона. Да, и вот поэтапно видно, как динамика развития самой компании. Это не просто слова, это официальные данные на платформе Business Forum. Да, 2021, 211 миллионов оборота. Да. То есть посмотрите, какая динамика роста и развития. И что Сергей Сергеевич поставил себе вот такие глобальные, да, планы, именно вывести цели, вывести компанию на миллиардные товарообороты. И я уверен, что он это сделает. Только, как он любит говорить, с вами или без вас, я добьюсь своей цели. Я дойду для своей цели. Мы только можем сказать, Сергей Сергеевич, мы с вами. Да, мы будем максимально делать, чтобы большая часть вклада именно шел от тех лидеров, да, на кого вы полагаетесь, да, на кого, кому вы доверяете. Это такое, как да, вызов. Клятва. Поэтому, да, конечно, это все видно, что компания просто уникальная, уникальная возможность. Посмотрите наши рейтинги, да, посмотрите, первое место в рейтинге — лучший продукт для укрепления иммунной системы. Первое место — лучшая компания прямых продаж. Максимальные выплаты на дохода 63%. Очень важный момент, такой значимый, да, это качество продукции. То есть мы говорили про собственное производство, собственная технология, собственный бренд косметики APL. И плюс еще 3А. 3А — это говорит о том, что именно высший класс доверия, да, именно. Это в топ-100 на 40-м месте из тех компаний, 100 компаний, которые в эти года, именно когда пандемия сделала именно прирост. Поэтому мы еще раз не на словах говорим, да, что... Наша задача с вами не заработать прибыль на клиентах, а сделать значительным прибыльными наших клиентов, наших партнеров. И очень важно, чтобы мы с вами имели партнеров, которые зарабатывают деньги. Потому что мы всегда говорим, что приходят люди из-за продукта, а уходят из-за нехватки денег. Поэтому рассмотрите наш маркетинг-план. Если возник вопрос, обратитесь к своему лидеру, потому что задача лидера – лидерство компании на рынке. Зарплату сотруднику платит не руководитель, он только передает деньги. Зарплату платит клиент, поэтому клиент у нас с вами – является ВИПом. Тот партнер, который новичок, он является ВИПом, потому что из него может вырасти большой лидер. Поэтому не проходите мимо людей, давайте шанс абсолютно каждому. И мероприятие как раз выращивает тех лидеров, да, тех лидеров, и задача этих лидеров именно компании — стать лидером на рынке. Вот что мы хотели бы всем рекомендовать абсолютно, да, стремитесь на мероприятия, будьте на мероприятиях. Общайтесь с лидерами, растите, становитесь лидерами, да, идите дальше, завоевывайте страны, континенты, да, и для этого компания EPL делает все возможное, чтобы у нас с вами была эта возможность, да, именно стать финансовым независимым человеком. Потому что хочу вам по секрету сказать, на кухне всегда происходит самое интересное, поэтому все, что за кулисами общение происходит с лидерами, с партнерами, это всегда усваивается намного, намного легче. Именно там можно определить, готов ли человек к большим доходам или не готов. Да, вы можете каждый себе по ту сторону экрана задать этот вопрос, готовы ли вы к большим доходам. Да, и как мы любим всегда говорить, вот жить нужно здесь и сейчас красиво, да, прямо вот здесь сейчас, потому что компания EPL, мы уже говорили, это дает эту возможность, потому что наша компания — это компания новой формации. Да, делайте вещи, которые любите, будьте всегда благодарны за то, что имеете, будьте позитивными, помогайте другим, не позволяйте препятствиям сдерживать вас и отказываться от вашей мечты. И наша компания чтит семейные традиции, поэтому привлекайте своих супругов, супругу, потому что это уже целая команда. Поэтому это больше, чем бизнес. И мы всех поздравляем с тем, что вы в правильной компании, с правильными людьми, с правильными лидерами, руководством. Всех благ, с праздником. До новых встреч. Пока-пока.